Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральными красителями, такими как луковая шелуха и краснокочанная капуста. Яйца получаются необычными, оригинальными и очень красивыми. А самое главное, полностью безопасными, так как нет никакой химии. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала готовим отвар. Берем 500 граммов краснокочанной капусты, режем ее средними кубиками. Перекладываем в кастрюлю. Заливаем 1 литром воды комнатной температуры и отправляем на плиту. Доводим содержимое кастрюли до кипения и с этого момента варим капусту на небольшом огне 10-15 минут. Затем огонь выключаем и даем отвару настояться под закрытой крышкой до полного остывания. В это время подготавливаем яйца. Берем примерно по 5 граммов шелухи белого лука, обычного и красного. Измельчаем ее ножницами, каждую в отдельную посуду. Дальше наливаем в небольшую миску 2 столовых ложки 9% уксуса. Смачиваем в нем сырое яйцо. Обваливаем яйцо в белой шелухе. Плотно заворачиваем его в кусочек марли. И фиксируем края ниткой. Такую же процедуру повторяем с обычной шелухой. А потом и с красной. Если на ваш взгляд шелухи прилипло к яйцу мало, ее можно подсыпать прямо на марлю или сверху на яйцо. Дальше надбираем половину белой шелухи в какую-то емкость. А в ту, что осталось, добавляем половину обычной шелухи и хорошо перемешиваем. Смачиваем яйцо уксусом, обваливаем получившейся смеси и плотно завязываем марлю. Теперь к оставшейся обычной шелухе добавляем половину красной, перемешиваем и повторяем процедуру с яйцом. Затем отложенную белую шелуху высыпаем в оставшуюся красную. Мешаем. И поступаем с яйцом так же, как и в предыдущие разы.
Напоследок высыпаем в одну миску все остатки шелухи. Смешиваем их между собой. Обваливаем смоченное уксусом яйцо. И плотно завязываем его марлю. Теперь переходим непосредственно к окрашиванию яиц. Остывший отвар процеживаем через сито. Добавляем 1 чайную ложку соли, оставшийся уксус, размешиваем и закладываем подготовленные яйца. Отправляем кастрюлю на умеренный огонь. Ждем, пока содержимое кастрюли закипит. Убавляем огонь до минимального и варим яйца 10 минут. Затем огонь выключаем и оставляем яйца в отваре примерно на полчаса. Дальше помещаем яйца на пару минут в холодную воду. После чего освобождаем их от марли и шелухи. Если шелуху не удалось снять полностью, яйца можно промыть водой. Выкладываем их на бумажную салфетку. Даем полностью высохнуть, а затем протираем подсолнечным маслом для придания блеска. Вот и все. Мраморные пасхальные яйца без красителей готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.